Привет! Сегодня мы поговорим о том, сколько нужно iPhone, чтобы остановить пулю АК-74. Что только не делали с iPhone, и в блендере измельчали, и в газировке варили, и расстреливали из крупнокалиберных винтовок, и расплющивали прессом. Как показывает количество просмотров соответствующих роликов, людям нравится изобретательное уничтожение гаджетов. На этот раз с iPhone решили разобраться с помощью автомата Калашникова. В оригинальном эксперименте приняли участие 3 смартфона iPhone 6 Plus, 2 iPhone 6 и 2 iPhone 5s. Их закрепили друг за другом на деревянном основании. В конце линейки из гаджетов поместили флагман Samsung Galaxy S6. Но детально вы сможете посмотреть все здесь. А это была программа «Невероятные факты». Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Пока!